Душу продолжение видео. Герой слышит, как кто-то или что-то бродит вокруг его палатки среди ночи и не отзывается. В какой-то момент звуки прекращаются, и нечто решает открыть палатку. Оглядели они не слишком-то и далеко. Дело в том, что он взял с собой лишь камеру, а фонарик выронил рядом с палаткой. Таким образом, герой видео бродил вокруг да около несколько минут, пытаясь не издать ни звука, чтобы незваный гость не смог его найти. Но в один момент на камере отчетливо стал виден странный высокий силуэт. После этого видео закончилось. Многие полагают, что камера была найдена рядом с палаткой и машиной. При этом все было на своих местах, все, кроме автора видео.